Всем доброго времени суток, дорогие друзья. Прошу прощения за невоспитанного комментатора на заднем плане. И приветствую вас на прохождении кампании первой части Battle for Middle-earth. Пыл поедайно у меня немножко поутих, поэтому можно продолжить эту игру. И давайте начнем штурмовать Айзенгард. Изенгард некогда был крепостью Гондора, но затем он был отдан волшебнику Саруман. Однако Саруман предал своих прежних союзников. Ныне он служит Саурону. Ломайте плотину. Утопим их. Разрушьте стены Изенгарда. Мы должны... Мы должны уничтожить Изенгард, Древоборот. Только так мы сумеем помочь нашим друзьям. Эндов станет отличным походом. Самое прикольное то, что вот эта вот картинка Энта больше смахивает на Древоборода, чем это. По крайней мере, мне так кажется. Так, Древоборот. Да ладно, у него здесь есть лидерство? Я в шоке. Когда я играл в кампанию, в которой не было никаких патчей, этого не было. Приятно, конечно. Я понимаю, что прозвучало очень глупо, но что поделать. Так, ладно. Поехали вы. А, ну вылезать вы ему на спину, конечно же, не можете, глупые хоббиты. А в каком-то моде могли. Так. Давайте убьем тролля. Если я правильно помню, то миссия эта вообще легенькая. Но бояться здесь надо огненных стрел. Там у парочки отрядов они будут. Ну и плюс опасаться батраков, которые дерево рубят. А, ух ты, тут побольше. Видимо, из-за того, что я сложность увеличил. Ну, раньше я, конечно, как классический нуб проходил все на легкой сложности. Ладно, 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 мы будем по-честному проходить, не будем забегать. Так, ребятки, постойте, я же вас просто хочу задавить. И все, ну, то есть больше ничего. Только задавить. Так. Пойдем убивать тролля. Ух ты, у меня 10 очков. Ух ты, какая красота. Наверное, надо призывы повыбирать. Блин, ну все хочется взять. Так, деньги забираем. Здесь больше ничего нет. Здесь, я помню... А, стоп, у них... Нифига себе, у меня прям склероз. А, вот оно что. Здесь за логово много денег дают. А я почему-то думал, что надо лесопилки за крепостью уничтожать, чтобы деньги были. Ладно. Так тоже пойдет. Забиваем весь предел. Кучу энтов. Я знаю, что это глупо, можно этими ребятами пройти, но, блин, как же хочется побольше их построить. Вот из фильма два момента больше всего мне нравились. Это поход энтов и прибытие Рахирим под Минас Тирит. Кстати, а какие моменты вам нравились, интересно, напишите в комментариях. Еще два косаря. Меня зовут Древобородом. А меня Дима зовут. Приятно познакомиться. Меня зовут... Ух ты! Что-то они так оживились. Блин, это избиение младенцев какое-то прям. Правда.
Разработчикам надо было хотя бы скорость им уменьшить в этой миссии. А то прям мне жалко Изенгард. Блин, вот бы вспомнить мод, в котором можно было на Древоборода хоббитов засаживать. Было так прикольно, они бросали камни, сидя у него на спине. Ну, как в фильме, собственно. Что, пробегаем? Ух ты, черт, быстро, быстро, быстро сюда. Давите этих сволочей, всех давите. Давите, давите, давите. Так, окей, окей, окей. Последнего давим. И сюда. А, ладно, мы сюда выбежим в реку. Так, все построились, денег больше нет, как в казино. Ставок больше нет. Так, этого парня надо исцелить. Стоп! А, правая кнопка. Я уже испугался. Кстати, я сейчас затупил, надо было все же подождать. Всех исцелить, но мне кажется, он бы умер. Вот так вот. Когда они в реке... Ну ладно, это не река. Когда они в луже, то их не убить. Интересно, а лес на них работает? Не работает. Не работает. Ну, лидерство, конечно, у них светится, но наверняка от Древоборода. Ух ты, Сарумян. А ну... Ух ты. Это было очевидно. Столько камней на него. Стоп, стоп, стоп. Древоборот. Они его хотят убить. Сволочи. Если я потеряю его, то все. А нет. Нет, я смогу его воскресить. Понятно. 2000. Ладно, все, хватит издеваться. Погнали. Лес пробуждается. Не спеши так. Меня зовут Древоборода. Да, можно уничтожать все эти здания и получать деньги за их уничтожение. Но для миссии это не нужно. Нужно просто дамбу разрушить. Поэтому... Стоп, стоп. А, надо снести эту штуку. Чтобы пройти. Поэтому мы пройдемся по головам Рукхаев и арбалетчиков. Главное, огненные стрелы все передавить. Надеюсь, мне хватит энтов, и я не затуплю слишком сильно. Так. Ух ты, у него еще есть. Ну надо же. Быстро, быстро, ребятки. Такс. Там один, этого я не боюсь. Все, давайте дамбу снесем. Ну, вроде получилось. Да, ну, парочка умрет. Этого не избежать. К тому же остался один, даже два с огненными стрелами. Они поджигают, сволочи. Но дамба рушится. Это главное. Вот и все. Тут даже не надо все здоровье снести дамбе. Прям печально немножко. Да, скипнуть нельзя, к сожалению. Так что наслаждайтесь.
Так, идем дальше. О, еще два очка заклинания, охренеть. Гнев Саурона будет ужасен. Неужели? То есть стандартную кампанию за Гондор, за Рохан, вернее, мы закончили. Ну, то есть мы еще сможем играть за Рохан, когда будем подводить подкрепление, но теперь переходим за Гондор. Ну что ж, интересно. О, это, кстати, прикольная миссия. Лесистые земли, принадлежавшие Гондору, но теперь их захватил Мордор. И лишь немногие отважные люди все еще живут здесь, надеясь, что придет время освобождения. Я помню одну прикольную штуку, только не знаю, как она работает на этом патче. Обнаружены новые лесопилки. Враги уничтожают леса, и нам негде укрыться. Мы должны уничтожить лесопилки. Иначе вскоре здесь останется только пустынная земля. Вызовите подкрепление от заповедного озера. Да, я понял, дайте мне поиграть. Так, значит, прикольная штука, о чем я? Деревья помогут укрыться от глаз врага. Мумакилы здесь, как энты, боятся огня. Только я не помню, где они тут должны стоять. Так вот, если аккуратно стрелять по слону, то он может передавить других воинов, которые возле него стоят. А огненные стрелы, второй уровень. Понятно. Будьте начеку. Ну, я думаю, солдаты здесь не нужны вообще. Эта миссия только ради лучников. Хоббитов можно потерять, особенно Фродо. Если Фродо погибнет, то все, миссия пройдена. То есть миссия просрана, а не пройдена, прошу прощения. Так что они будут стоять здесь, прохлаждаться. Так, в первую очередь надо снести лесопилки. Враги где-то рядом. Они не пройдут. Не давайте им отдыха. Смерть негодяй. Грязные чудовища. Да, рейнджеры очень сильно стреляют, но здоровья у них маловато, и брони у них нет вообще. Так что надо аккуратно ими управлять. Так, сейчас нам дадут денежек. Главное не количество рейнджеров, а огненные стрелы. Мне так кажется. Хотя все же финальная стычка, там будет много Харадрим. И возможно все же надо задавить числом, но я не уверен. Так, еще одна лесопилка. Нам откроется вторая часть карты. Можно будет захватить себе лагерь. Будьте начеку. Ступайте неслышно. Высматривайте следы. Враги Гондора! Стреляйте! Внимание! Огонь! Строй! Не давайте им отдыха! Мы улучшили одно из наших станов! Быстро! Юго отсюда находится группа следопытов. Надо с ними связаться. О, стоп. Вот то, что я говорил. Можно было снести лесопилку. Сейчас попробуем. Будьте настороже. Как оно? Внимательней. 600, ни хрена себе. А, и мы себе еще можем прикарманить этих следопытов. Ну, неплохо. Грязные чудовища. Мумак боится огня. Стреляйте в него огненными стрелами. Разъярившись, он растопчет орков, которые окажутся рядом с ним. А, то есть здесь тоже о таком говорят. Ну, сейчас посмотрим. Нет, не работает. Беда. Очень печально. Мне нравилась спокойно такая фича у слонов. Не давайте врагу подойти близко. Ну что ж, пройти миссию можно двумя вариантами. Защитим нашу землю. Первый вариант. Идти вот сюда, здесь лагерь. Мы
снести там все, захватить его себе и отбиваться от войск Харадрим в лагере. Либо... Ух ты, деньги, деньги, мне нужны деньги. Либо вариант номер два. Пойти вот сюда. Вот, здесь есть спуск. И перестрелять здесь все. Это, кстати, очень даже легко. Захватить себе этих ребят и захватить лагерь здесь. Это как бы больше по канону, как нам предлагает игра. И таким образом, ну, скажем, если идти вот сюда, то пройти получится быстрее миссию. А если идти сюда, то ее пройти получится легче. Как-то так. Охраняйте эти земли. Что ж, построим еще парочку отрядов. Наверное, с огненными стрелами мне этих хватит. Спокойно. А здесь будут строиться без огненных стрел ради подкрепления. Будьте Почему настороже. Вы остановились? Давайте. Охраняйте все сюда. Разведчики Гондора. Надо пятый уровень Фарамиру набивать. Я, конечно, не смогу его набить, но пофиг. Стоп, он вообще не хочет набирать, что ли? А, хочет, просто медленно. Не давайте врагу подойти близко. Мы защитим нашу землю. Не давайте врагу подойти близко. Патрули надо все завалить. Они не пройдут. Давайте мы выберем. Мы выберем эльфов. Всадники нам здесь не помогут. Потому что тут преимущественно копейщики. Атакуйте. А потом выберем всадников. Почему бы и нет? А, они не достают. Ладно. Ладно, ладно, ладно. Враги где-то рядом. Так, ну давайте еще раз. Вот здесь, опять же, прежняя ситуация. Можно было поджечь его. Рассыпаться. Выпускайте стрелы! И, а, ну да, извините, я залип. Можно было его поджечь, и он всех этих ребят бы... Прекратить стрельбу! Завалил. Ну и что? Стройся в линию! Ну как же так? Блин! Кто делал эти патчи, реально подосрали слоников. Нет. Будьте начеку. Так, а стрела пугает здесь? Нет, никого Это не пугает. Огонь! Хотя, стоп, у меня еще одна мысль. Может, эта фича только для режима игры на легком уровне? Вы слышите что-нибудь? Что ж, ставим здесь лес, иначе кто-то может умереть. Но, к счастью, все они стреляют по Фарамиру. Таким образом, мои ребята их перестреляли. Отличненько. Так, денежек я больше не вижу. О, я вижу еще одного слоника. Не давайте им отдыха. Будьте начеку. Атакую! Атакуйте! Они не пройдут. Грязные чудовища. Мы защитим нашу землю. Не давайте им отдыха! Стреляйте! Ну, давайте пока что построим еще. Строй! Ребятишек. Не давайте им отдыха! Так, 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 так. Назад. Ступайте, не слышно. К сожалению, лесопилка нам не дала никаких денег. Рядом.
Ну что поделать. Разведчики Гондора. Зато лишние отряды. Быстро. Отлично. Устройте засаду. Тихо. Давайте этот вот сюда. Мумак не будет так спокоен, когда почувствует боль от стрела. Они пробили нашу оборону. Нет, не хочет смерть поджигаться. Очень жаль. Так, а ну давайте этих попробуем трибушетом перестрелять. Они наверняка сагрятся, но пофиг. Нет, не хотят агриться. Нет, ну это было бы, конечно, скучно. Так что будем по старинке. Всех мочить. Враги где-то рядом. Так. Охраняйте эти земли. И еще немножко быстро остается. Тихо. Враги где-то рядом. Возможно, даже Фарамир уровень возьмет. Было бы круто. Вы слышите что-нибудь? В юго-востоке находится лагерь орков. Мы должны уничтожить. Строй! Да, мы должны уничтожить его. И загробастать его себе. Будьте начеку. Наверное, пока что я строить больше лучников не буду. Строй. А деньги потрачу на захват лагеря, который, конечно же, принесет мне приход. Мы защитим нашу землю. Если хватит денег на ферму. И после чего будьте настороже. Это будьте все начеку. Превратится Устройте в новых рейнджеров. Они не пройдут. Так. Будьте начеку. Сносим все патрули. Здесь нам ничего не угрожает. Будьте К сожалению, гондорские лагеря не очень выгодно в плане этих строительных точек размещаются здесь. Но все же пару вышек, мне кажется, должно помочь нам в обстреле подкрепления, которое должно прийти через некоторое время здесь. Пройти здесь, то есть. Целься! Отпускай! Они не пройдут! Да, бот здесь не очень умен, он даже вышки не будет ставить. Не давайте врагу подойти близко. Да сгинут порождения тьмы! Ну, наверное, все же надо завалить казармы в первую очередь. Все же хочется побыстрее пройти, а то больше тут ничего интересного не будет. Ну, как я говорил, можно, конечно, пойти еще тот лагерь снести, но это не обязательно. Мы защитим нашу землю. Это труда безопасна. Атакуйте! Надеюсь, мне какие-то деньги дадут сейчас. Или нет? Нет. А, за 500. Дали, ух ты. Разбиваем здесь лагерь. Так я богач. Не давайте врагу подойти близко. Скоро здесь будет конвой из Харада. Устройте им ловушку. А, то есть... Конвой не должен прибыть на место назначения. Вот так вот сделаем. Вот так вот сделаем. Вышечки маленькие, конечно же. Побольше, может быть. Мне кажется, это не достанет уже. Короче, поставим фермы. Какая разница. Грейды мне не нужны, я и не смогу ничего сделать. Трибушет будет стоять здесь. Тащите. Так. Мы защитим нашу землю. Следопыты. Интересно. Не отставать!
обязательно ли ставить здесь или нет. Потому что мне кажется выгоднее поставить вот здесь всех. Так, ну что, давайте на все деньги 5 отрядов. Сюда хоббитов поближе, потому что их надо будет тащить вроде бы в этот лагерь. Я не уверен, кстати. А, да, можно просто подвести и все. Свечение исчезнет. Хорошо. Наверное, когда я их всех поставлю, тогда и начнется миссия. А, нет, 3 минуты. Да вы издеваетесь. Тогда ладно. Меняем план. Идем выносить лагерь. О, у меня деньги уже набираются. У меня 1,4 прирост ресурсов, надо же. Как прикольно. Спокойно. Разведчики Гондора. Да, парочка вперед. Минут у меня уйдет. Высматривайте следы. Здесь. Высматривайте следы. На войну, а потом слышите, я смогу вернуться сюда. Будьте настороже. Тише. Да не советую вам в этой стойке бегать рейнджерами, они тогда умирают очень быстро. Так, стоп, смех, хорошо получилось. Вы слышите что-нибудь? Да вообще нехорошо, но зато я их сагрил. Враги где-то рядом. Мы защищаем леса Гондора. Приведу их на вышки. Не давайте врагу подойти близко. Они не пройдут. Быстро. Так, одна достает. А большие не достают. Беда. Грязные чудовища. Они не пройдут. Получается, весь лагерь только ради одной вышки. Тихий ужас. Как-то вообще не прикольно. Ладно, денег у меня теперь куча. Поставим точку сбора сюда. Поставим всех ребят сюда. Мы защитим нашу землю. А эти пусть сносят лагерь тут. Посмотрим, как это все получится. Не давайте врагу подойти близко. Возможно, я пожалею об этом. Но враги наступают! Ничего не поделаешь. Они не пройдут. Так, погоди. Нифига, она так далеко достает. Не давайте врагу подойти близко. Ладно, не успею я уже ничего уничтожить. Нечисти. Давайте просто Тиша. Будем. Давай же, Сэм. Ты ведь не придешь, мастер Крофт. Да, но теперь есть смысл ставить стойку, потому что тут никто по ним стрелять не будет уже. Убейте мумака. Они нападают как трусы. Так, погодите, вы не хотите стрелять? Или будете стрелять? Не будете. Нехорошо. Будьте начеку. Они повсюду. Ну, вот так вот сделаем. Ух ты, минус слоник. Отлично. Еще минус слона. Очень даже неплохо получается. Я же нажал. Ну вот. Легко и просто. Прячемся за деревьями. Кто там еще пришел? Будьте наготове. Ну давайте парочку огненных грейдов и сделаем. Будьте начеку. Мы защищаем леса Гондора. Так, тролль побежал. Какие-то остатки. Ну все. Осталось безопасно хоббитов подвести к лагерю. Мне кажется, больше никто тут уже приходить не будет. Будьте начеку.
Враги наступают! Атакуйте! Не давайте врагу подойти близко. Не давайте врагу подойти близко. Да, ну здесь рейнджеров уже не жалко, их тут целая куча. Можно даже построить еще, пока там есть предел населения и деньги капают. Вроде все. А, даже так, даже не надо было хоббитов подводить. Что-то я ошибся. Отважные воины повергли армию зла. Так, и это нельзя скипнуть, как же так? Ну что ж, давайте пройдем еще одну миссию и, наверное, на этом будем заканчивать на сегодня. О, еще больше ресурсов. Так. Саурон воюет со всем Средиземьем. Если его не остановить, все поглотит тьма. Если я правильно помню, то после одной миссии на выбор нам сразу Возгилиад предложат пойти. И сейчас как бы 5 единиц силы плюс 3 можно будет призывать роханцев. Это поможет, очень сильно поможет, поэтому Crossroads. Перекресток дорог. Когда-то здесь пролегали оживленные торговые пути, но теперь в этих пустынных землях правит Саурон. Уничтожьте войска Мордора. Разбиваем здесь лагерь. Так. Будьте начеку. Тихо. Высматривайте следы. Ну, я думаю, это должно быть легко. Внимание! Жаль только, что Грейт стрел для меня уже недоступен. Так, предела населения у меня больше нет, так что тут нечего делать вообще. Закрываем врата и... Мы защитим нашу землю. Следопыты! Нужна ваша помощь. О, пожалуйста, тут еще будьте больше нужны. Следопытов. Тихо. Тихо. Давайте будьте поставим начеку. Здесь ферму тогда. Что нам надо сделать? А, просто будьте все начеку. Уничтожить. Отлично. Не давайте врагу подойти близко. Ух ты, то есть сохраняется прогресс получения будьте очков заклинаний. То есть, в теории, я мог бы даже в той миссии, которая только 2 очка дает, получить еще и третье. Надо запомнить, это важно. Почему я в крепости у себя ничего не строю? Потому что единственное, что может помочь мне из зданий в этой миссии, это всякие там статуи, колодцы, понимаете? Вот, поэтому я хочу построить аванпост. Почему вы все разбегаетесь? Что такое тут происходит? Будьте начеку.
защитим нашу землю. Не давайте ферма. А ладно, ладно. Такс, я помню, что в первой части нельзя было вытаскивать отряды из башни. Но, возможно, в этом почему. В любом случае, я не буду рисковать. Потому что я сцикло. Мне жалко терять этих ребят. Надо, наверное, тут захватить аванпост. Блин, мне кажется, что эта миссия очень быстро закончится. Главное только прорваться сюда и все. Не давайте им отдыха. Враги где-то рядом. Они не пройдут. Кстати, мне кажется, или Фарамир повыше остальные. Какой-то что ли потолще, прям накачанный, такой брутальный мужчина. Это какая-то дискриминация рейнджеров. Да уж, Зарохан как-то поинтереснее. Враги где-то рядом. Будьте на страже. Это прям слишком просто. Будьте на чеку. Нас атакуют! Атакуйте! Ну что, давайте поставим здесь статую. Кстати, что там надает? Дамаг. И экспо. Они где-то рядом. Ну и одну ферму, хули. Мы защитим нашу землю. Мы защитим нашу землю. Враг уже успел. Не давайте врагу подойти близко. О, я вижу сюда лагерь. Он явно здесь не один. Не давайте ему отдыха. А, хотя стоп. Это, наверное, как первые миссии за Рохан. То есть Изин был не глупым. Видимо, Мордор здесь тоже глупый. Не давайте ему. Что будем надеяться? Ну, вроде бы миссия за... Миссия о защите Асгиля, это была интересной, когда я ее раньше проходил. Проходил ее пару лет назад. Блин, нет, пару этого слишком мягко сказано. Прям неожиданные подкрепления сзади. Не давайте ему отдыха. Строй. Грязные чудовища. Шпионы врага. Враги рядом. Не давайте ему отдыха. Они не пройдут. Они не пройдут. Враги Гондора. Они не пройдут. Они не пройдут. Они не пройдут. Будьте начеку. Не давайте им отдыха. Враги Гондора. Не давайте им отдыха. Атакуйте. А хотя, судя по расположению лагерей, может, это единственный лагерь, который здесь есть. Сейчас увидим. Мы запомним этот день.
Да, это победа. Да уж, не очень интересная по миссия, конечно же. Будет жить долгие годы. Но что есть, то есть. На этом я буду с вами прощаться. Благодарю за внимание и до встречи.